друзья, уже времени очень много, мы немножечко вышли из нашего тайминга, поэтому все остальное, я, если можно, скажу коротко, потому что вы все читаете наши программы, вы выбираете то, что интересно вам, но мне хотелось бы все-таки на открытиях, на новых впечатлениях остановиться немножечко. Это абонемент номер 50. Он сейчас, этот абонемент «Музыка и слово», является одним из популярнейших в нашей филармонии. Сочетание музыки и слова любимо нашими с вами соотечественниками, нашими горожанами и вас. Но я хотела бы вам сказать, что вот мир Чурлёниса в нашей филармонии, он вот, я не знаю, помните ли вы, я не помню, чтобы на сцене были и изображения его картин, и чтение его писем и дневников, и музыка в исполнении его правнука Чурлёниса. И поэтому, конечно, это вот открытие будет в этом абонементе. Ну, кроме этого концерта будет, конечно, еще замечательный «Алые паруса» Грина. Это вечная тема, вечная, интереснейшая программа и музыкальная, и поэтическая. И Ирина Пегова, которая впервые будет на нашей сцене. Этот абонемент, конечно, тоже будет такое открытие и имен, и интересных впечатлений. Что такое детский абонемент? Вы знаете, очень многие из вас понимают, что детей сюда приводят родители. Или бабушки, или дедушки, или тети, или дяди. Поэтому я опять же обращаюсь к вам. Приводите сюда своих младших друзей, товарищей, потому что именно вы можете рядом с ними познакомиться с оркестром, с музыкантами. И 101-й, 102-й абонемент – это посвящение в мир классической музыки с разных сторон. Поэтому два концерта каждого из этих абонементов ведут наши музыковеды. Один концерт будет и в том, и в другом абонементе джазовый квартет «Черный квадрат», который совершенно иначе покажет нам музыку Грига, например, или музыку какого-нибудь Средиземья. Да? И один концерт будет шоу барабанщиков, потому что это всегда интересно, это всегда ярко, это всегда очень любопытно. А вот в 105-м абонементе, который тоже сейчас у нас такой флагман, когда это сказки с оркестром, это замечательные актеры, это великолепно подобранная музыка. И, конечно, в этом абонементе для нас будет полным открытием человек, которого многие знают по КВН, по уральским пельменям, это Брикоткин, который будет из себя изображать конька-горбунка. И я думаю, что это будет очень любопытно, это будет очень интересно. И Ольга Будина, которая будет читать «Снежную королеву», и замечательнейшая Светлана Замараева. И вот все эти абонементы, про которые вы сегодня услышали, это и все перечесть вот так вот очень подробно невозможно. Конечно, у нас есть камерный зал. В камерном зале наши великолепные музыканты, мы ими гордимся. Это и наш квартет Кудинова, и Владислав Чепиного. Это всегда откровение, какие они подбирают интересные программы, как они все это делают с таким искусством и с такой любовью к своему творчеству. Они, в общем-то, знаете, такие совершенно небезразличные люди к тому, что они делают. Я рада, что вы сегодня пришли, что вы познакомились с нашими абонементами.